Извини, мне-то на маникюр. Бабушка расскажет. Внучок, привет! На улице похолодало. Ну-ка, одевайся теплей. Дома тоже мороз. Зима уже не лето, а ты ходишь голый. Ты что ж такое, родители тебя не одевают. Ну-ка, на голову надень, накинь, чтобы уши не продуло. Вот, ты на Любку, на мою соседку похож. Очки мои. Вот. Что это за очки? Вот очки новые у меня здесь. Да что за очки-то поганые, непонятные? Вот мои очки. Еще дед твой дарил. О, вижу тебя. Вот ты моя солнышко. Вот это очки. Пенсию получу, новый скотч куплю. Хотела тебе сказку прочитать. Да. Ты моя деточка, муки-мукинки. Что тебе почитать, моя рыбонька? Вот у меня есть сказка. Сказка читаем по слогам. Вот это для бабушки твоей. Жили-были леса, леса. Ну-ка, покажи мне лесу. Покажи мне лесу. Какая ты лиса классная. Да, заяц, прыг-прыг. У лисы была избушка ледяная. Так ты что разделся-то? Ледяная была, холодная и замерзнешь. А у зайца глубиная. Вот лиса и дразнит зайца. У меня избушка светлая, а у тебя темная. У меня светлая, а у тебя темная избушка. Ну-ка, страница. Пришла весна пришла. Вот я тоже весну жду. Когда коммунальные платежи подешевеют. Улица избушка растаяла, так растаяла, можешь раздеться. Вот лиса и просится к зайцу. Пусти, говорит меня зайюшка, хоть на дворик себе. А этот заяц говорит ей, нет, лисица, не пущу. Зачем дразнилась? Зачем ты дразнилась? Стала лисица, пуще упрашивать заяц, пусти меня к себе. Сначала на двор, затем на крыльцо, а потом лиса и на печь забралась. Прошел день, на другое стала лиса зайца избушки гнать. Ступай, говорит косой, не хочу с тобой жить. Пора, дедушка расскажет. Ну привет, внук. Как дела, внук? Хорошо. Ну что с тобой делать? Мамка твоя опять уехала? Расскажи эту сказку. Сказку? Да. Жил-был мужик. Пошел мужик на рыбалку. Насадил на крючок. Вот такой. Червяк такой? Да нет, не червяк, глаз такой, а червяк еще больше. Вот сидит рыбак, сидит, удочка около ноги, рыбак уснул, значит, а потом, как нога зашевелилась, он просыпается такой, смотрит, а удочка-то уходит, он ее охватит и не знает, что делать. А знаешь, кого поймал? Алла. Вот такой. Кого? Вот такой. Глаз вот такой у щуки, а щука еще больше. 40 килограмм. А ты сказку-то не про себя рассказываешь? А ты что умный такой? Молчи и слушай. В общем, пошел мужик дальше. Пошел, насадил вот такой глаз, вот такого червя. А поймал он, сказать? Кого? Вот такой.
Чего он такой? Хвост щуки, а щука еще больше. Несколько километров туда. А ты меня не заливаешь? Что значит не заливаешь? Я тебе только правду и правду говорю. Это дед твой ловил. А ты молчи, сиди, я сказку рассказываю, а не ты. Ну и дед ты, Врушка. Все, пора мне вот такого червя. Вот такого червя идти выкапывать. В субботу на рыбалку идем? Да. Вот там и послушаешь мои сказки. Дед, спасибо! Мам, расскажи мне сказку. Я не могу, мне надо ехать за подарками к Новому году. Сестра расскажет, она любит рассказывать сказки. Привет! Привет! Что делаешь? Я хочу читать книжки, сказку. Ой, ну, книжки и сказки я читать не люблю. Давай лучше журнал, что ли, почитаем. Как тебе эта модель? А вот показ недавно был. Нравится? А мне нравится. Смотри, какие босоножки классные. Может, купить? Такие или такие? Что Муму не нравится, и сиди без сказки. О, у Катюши Клэп новое видео. Кайли Дженнер новая помада. Как избавиться от парня за один день? Это для меня. А что, у тебя парень есть? Какая разница на будущее? Вообще-то я хочу сказку. А вообще-то я сказки читать не люблю. Ну и сестра у меня. Мам, расскажи мне сказку. Я не могу. У меня дела. Братик расскажет. Бло, привет. Привет. Ну что, Динамо бегут? Да. Ну что, какое задание? Почитать мне сказку. Не, ну, сказки не мое. Я вот тебе тут пару газет свежих захватил. Читай. Вот оцеишка. Какой оцеишка? Что читает газету? На вот эту. Футбол. Какой футбол? Я хоккей играю. Ну, раз ничего не нравится, я пошел с Серегой почитаю. Бро, как же я? А ты пока аудиокнижки послушай. Мам, расскажи мне сказку. Я не могу, мне надо в магазин за новыми вещами ехать. Пусть папа расскажет. Привет, сын. Чего отца-то вызвали? Сказку читать нет. А книжки есть? Да. Ну, показывай. Русские сказки. Ну, ты их и так знаешь. В России же живешь. А что у вас? А что у вас? Все нормально. Но все нормально. Стихи с улыбкой. Это читать и улыбаться? Я устану. Храбрый утенок. Не то. О, пацан на лебеде летит. Давай ее. Давай. Я в твои-то годы сам книжки читал. Жили мужик и баба. О, видишь, буквы не забыл, помню. На работу, а ты будь умна, береги братца. Что дальше-то было?
Пап, что было дальше? Мы надеемся, что вам понравилось наше видео. Если это так, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И пиши в комментарии, любишь ли ты читать книжки, и если читаешь, то какие. А если еще не умеешь читать, то напиши, кто тебе их читает. С вами был Вова и Настя. Пока! Да.